В Нальчике определился обладатель Кубка Кабардино-Балкарии по футболу. В финальном матче за почетный трофей боролись лучшие команды республики – Баксан и Бабгенский Лаговаз. В этом году к розыгрышу Кубка были допущены 64 команды, то есть практически все, кто соответствовал предъявляемым Федерации футбола КБР требованиям. Кому в итоге достался Кубок, знает наш специальный корреспондент Сафар Гириев. В полуфинале баксанцы уверенно обыграли своих же земляков – команду «Автозапчасть». Лаговаз на пути к Кубку прошел через еще одну баксанскую команду – клуб ветеранов футбола «Эталон». И вот финал. Борьба не только за Кубок, но и своего рода отпор на различного рода региональные чемпионаты. Футбол в самой республике, он находится на первом месте. И, по крайней мере, и ветеранское движение, ветеранский футбол. Мы знаем, что неоднократно наши ветеранские команды выезжают на всевозможные турниры и занимают самые высокие места. Поэтому за будущее футбола в Кабардино-Балкарии можно быть спокойными. А финальная игра получилась действительно зрелищной. Умелые действия футболистов, комбинированная игра, быстрые проходы к воротам. Первыми, почти через 3 минуты после начала игры, успеха добились бабгенцы. Гол забил Азамат Нукаев. Затем, несмотря на отчаянное сопротивление Лаговаза, баксанские футболисты забили им 3 мяча. Сначала Марат Балатоков сравнял счет 1-1. Затем Азамат Кажаев и Анзор Шириев забили по голу 3-1. Казалось бы, счет непоправим, и бабугенским футболистам ничего не остается, как сдаться. Но игра-то кубковая. Практически в конце второго тайма Кязым Османов со стандарта забил 2-й гол Баксану. Окрыленный им, Лаговаз попытался сравнять счет, но соперники выстояли. Почетный трофей уже в который раз уходит в Баксан. Лаговазу – почетные грамоты Федерации футбола Кабардино-Балкарии. Финалистов поздравили руководитель Федерации футбола КБР Хасин Болов и заслуженный тренер России по футболу Анатолий Тутов. Я очень рад, что очередной раз кубок взял Баксан. Конечно, это не моя заслуга. Заслуга – это всей команды, которая достойно сыграла на протяжении всего чемпионата, на протяжении всего кубкового периода. Я хотел бы тоже сказать огромное спасибо финалисту кубка Лаговазу, команде Лаговаз, которая оказывала достойное сопротивление. Очень хорошая, зрелищная игра была. Дальше так будем играть нормально. На этот год мы уже выполнили свою задачу – взять кубок. Взяли, но дальше посмотрим. Сафар Гириев, Анатолий Дерико. Вести, Кабардино-Балкария.